Посмотрите, как интересно сложились облака. И даже вот солнышко уже на закате вышло. Ну, так немного видно. Целый день собирался дождь. В итоге он все никак не мог собраться. Засвечивает камера немного. Пытаюсь настроить более реалистично, но не получается. И вот сейчас дождь пошел. Я хотела посмотреть виноград. У нас в этом году вообще так много. Вообще фрукты, овощи классно росли. Я постоянно прохожу возле одного дома. Ну, миллион раз прошла. Даже не обратила внимания. Дочка говорит, там такой сладкий. А он этот черный, или как сказать, синий. Ну, темный виноград, мелкий. Особый сорт хороший. У другого соседа, но там дом вообще запущен. Это, фактически это уже не сосед, а дом, ну, можно сказать, ничей вообще. И там виноград вырос, и я посмотрела, он еще чуть зеленоватый был, думаю, потом подойду позже, посмотрю, как будет, когда созреет. И когда я вспомнила, уже через пару недель уже его соседи оборвали. Ну, как бы не страшно, потому что у нас самих, кстати, в этом году в первый раз плодоносил наш виноград, который мы у друга брали, засадили. Мы его активно поливали, все как-то уже бросили из-за суши, а вот виноград мы прям заботились. И дал плоды, и тот же наш друг дал свой виноград, который у него уже дольше растет по времени, и, в общем-то, хороший, вкусный, сладкий, но уже столько его много. А еще была у нас вот, ну, у нас вот рядом, наверху, как бы, получается, апартаменты, и дом, ой, как ярко сейчас выходит, солнце классно, красиво. И мне говорит знакомая, а что ты не собираешь этот, сливу, там же, говорит, кусочек тоже ничей, в принципе. Просто, ну, никто, там почти никто не живет, не проходит, да и не смотрят люди. И я вообще не, тоже не обращала внимания, смотрю, правда, слива хорошая. Но она такая терпкая, знаете, получается как... Ой, как красиво! Как классно! Получается дождь, я даже передать эти цвета не могу. На самом деле так ярко светит, но поэтому и засвечивает, конечно же. Как бы это вам сфокусировать. Сейчас облака, как бы они, дождь выпадает, они становятся легче. Блин, какую красоту не могу передать. А солнце заслепляет. Ну и, короче, я набрала сливы и сварила домашнее варенье. Оно, конечно, не как вот такое, знаете, когда ты сливу ухаживаешь. У нас, кстати, здесь прямо возле дома растет, но в этом году не плодоносила. Пересохла. А я вот, знаете, сфокусировала на солнце, но оно настолько яркое, что оно вот просто пятном идет, а я это вижу по-другому. Я вижу еще облачка вокруг красивые. В общем, я сварила варенье, получилось как такое домашнее, очень интенсивное, но вкусное, классное. Но я больше не буду собирать, потому что настолько много всего и фруктов, и овощей. Красиво. Да, да, красиво, прям обалденно, да? Смотри, сейчас прям возле солнца облачка собрались. Смотрите, вот прям вот тут на нем. Ты только... А нет, ну лучше бы ты тапочки одела, конечно. Видишь, это прям сейчас из-за облаков вышло, они... Дождик выходит, сейчас даже светлее как-то стало. Ну, мы дождались наконец-то свежих вечеров. А нет, не ходи босиком, все-таки это бетон. Иди обуйся, никуда солнце не уйдет. Еще час до заката. А, кстати, пойду я варить, наверное, макароны доваривать. Ну, в общем, вот так вот. Видите, какая красотень. Несмотря на плохую вроде бы погоду. Ой, на самом деле только сейчас. Да, телефон не может вообще камеры. Это надо прям специальную камеру иметь, чтобы солнце закат передать. Видео. Вот пытаешься как-то сфокусировать, но если центрирует на солнце, то слишком затемняет. Но панорама обалденная. А утром встали, вот за Кырком другие острова, Истра. Вот прям сверху на них солнце так классно выглядело. Так ярко, хотя наша сторона была темнее.